Всем привет! Сегодня разберем интересную вариацию стоек на руке. Выходим в стойку спиной к пилону и делаем разворот. Затем сходим на предплечье. Вам нужно четко встать в стойку спиной к пилону, отклониться в сторону нижней руки, вывести плечо, затем поменять ноги местами и развернуться животом к пилону. Важно остаться максимально вертикально. Обратите внимание на правильное положение плеч. Не уводите верхнюю руку слишком высоко, иначе не будет упора в нижнюю. Для выхода в стойку учитесь сначала поднимать бедра, а затем ноги. А вот ошибки. Не прогибайтесь в пояснице, не поднимайте ноги вместо бедер. При развороте нельзя сильно отклоняться. Вы упадете, на нижнюю руку будет сильная нагрузка и не сможете сойти на предплечье. Не пытайтесь развернуть корпус, если не вывели плечо верхней руки.